Всем привет, ребята! Мы с вами продолжаем. Мы с вами продолжаем играть в кошечку Анжелу. Она у нас проснулась, такая голодненькая, вся грязненькая. Анжелочка, ты такая грязненькая. Давай скорее тебя помоем. Маленькая, ты так сильно хочешь кушать. Но ты такая грязненькая. Тебя нужно обязательно сначала помыть. Давайте помыли. Смоем скорее водичкой все. Ой, здорово. Пойдем, Анжелочка, я тебя накормлю. А потом мы с тобой обязательно почистим зубки. Анжелочка подняла уровень на четвертый. И нам дали 120 монеток, 5 новых наклеечек и очки-сердечки. Давайте посмотрим сначала, какие нам дали наклеечки. Наклеечки у нас в упаковочке. Мы их разворачиваем. Вот такую редкую мы нашли, 20-ю наклеечку. И вот еще одинаковые нам попались. Давайте поставим их на место. Мы собрали целую фотографию Анжелочки в каком-то черненьком платьишке. Грациозную такую кошечку. Давайте поставим 20. Нам попалась рыжая Анжелочка. Мы разблокировали рыжую шубку. Вот у нас такая 24-я наклеечка. Какая-то ночная кошечка черненькая. Давайте посмотрим теперь, что у нас появилось в гардеробе. Новые очки-сердечко. Вот такие вот красивенькие. Анжелочка у нас теперь такая очень-очень миленькая кошечка. Давайте их купим и наденем. У них можно поменять цвет. Мне нравятся вот такие розовенькие. Они очень подходят к ее тапочкам и платьюшку. У нас появились румяна. Вот они какие красивые, розовенькие щечки, Анжелочки. Какие румяненькие. Милая кошечка. Давайте Анжелочку накормим все-таки. Купим что-нибудь новенькое. Мы можем купить ей конфетки. Вот такой вот апельсиновый сок с трубочкой, печеньки и молочка. Кошечки очень любят молочко, да, ребята? Ребята, а вы знали, что кошечкам, несмотря на то, что они очень любят молочко, им нельзя его давать? Если вы знаете почему, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. А в следующей серии я вам подробно расскажу об этом. Давайте накормим Анжелочку, дадим ей вот такой вкусненький сок. И в довершение ко всему, дадим ей конфетку. Ну и Анжелочка у нас наелась. Давайте скорее почистим ей зубки, а то они такие грязненькие после еды. Посмотрите, сколько грязи она собрала на свои зубки. Теперь их нужно очень тщательно почистить, чтобы они блестели и были беленькими-беленькими. Какая милая кошечка у нас получилась. Посмотрите, Анжела выросла. Ух ты, какая она стала большая. И она перешла на 5-й уровень. Нам снова дали новые наклеечки. И мы открыли лавку с фруктами и овощами. Теперь мы можем покупать и их. Посмотрим сразу наклеечки, распакуем их все. Нам попадается очень много дубликатов, ребята, очень жалко. Мы разблокировали тени, теперь мы можем их взять. Вот такие синенькие тени. Давайте скорее доложим наши наклеечки на место. У нас появилась серая кошечка, и нам дали серую шубку для нее. Мы получили еще и черно-белую шубку. Ничего себе, у нас сегодня прям день шубок. У нас уже появилась черно-белая шубка, рыжая шубка и серая шубка. Давайте заглянем в наш гардероб. Посмотрим ее шубки. Очень красивые шубки. Посмотрите, какие. Рыжая, серая. Давайте оденем нашу Анжелочку в черно-белую шубку. Мы можем их все разблокировать. И оденем ей черно-белую шубку.
Ну, посмотрите, наша одежка не подходит для нашей Анжелочки. Давайте переоденем ее в другую одежду. У нас есть новогоднее платье, клубничное, розовый наряд. Давайте купим Анжеле вот такой розовый наряд за 400 монеток. Посмотрим, какие у нас есть тапочки. А тапочки у нас все закрыты. Открыты только наши уютные розовенькие тапочки. Мы можем их совсем снять. Вот у нас такие вот ботиночки на ней почему-то остались одетые. Очки мы можем тоже снять. Они, мне кажется, сюда совсем не подходят. Вот какая у меня миленькая-миленькая Анжелочка. В магазине у нас светится еда. Вот у нас открылась лавка с фруктами и овощами. Давайте купим Анжеле арбузик, вот такую капусту, перчики и яблочки. Ребята, а какую еду любят ваши котики больше всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Анжелочка, скушай яблочко. Вот какое вкусненькое. После яблочка тоже нужно обязательно чистить зубки, чтобы они всегда оставались белыми, чистыми и здоровыми. Ребята, давайте поиграем в игру «Желейка». Такую игру я еще не играла. Здесь нужно соединить три желе и больше. Давайте их скорее соединим. Здесь появились какие-то черные одноглазые фигурки. Здесь написано, что возле них нужно соединить другие цвета, и тогда они исчезают. Мне нужно убрать всех вредителей. Давайте скорее это сделаем. Они мне так не нравятся, эти черные фигурки. Вот, наконец-то, ребята, я все убрала. Здесь еще в каждом раунде дается определенное количество ходов, чтобы все убрать. Давайте соединим желтых котиков, их тут получается очень много. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, до каких уровней вы доходили в этой игре. Какой ваш самый большой рекорд? У Анжелы, наверное, после этой игры будет очень хорошее настроение. Все, ребята, мы дошли до 4-го раунда. Давайте скорее вернемся к нашей Анжелочке. Вот мы заработали 33 монеточки всего лишь. Давайте положим Анжелочку поспать немножко. Пусть она отдохнет. А мы с вами попрощаемся. Ребята, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях. Я буду отвечать на все-все-все вопросы. Всем пока-пока!